Ну вот я иду по площади, меня хватает со спины, тащит в автозак, по пути пинают два раза в живот, у меня гастрит, между прочим, достаточно больно. В автозаке мы провели около 3 часов. До 8 часов лично я оформлял протоколы, спал на полу в отделении. До 8 утра, да. Я должен буду явиться завтра в суд, вот, и в том числе выдали мой иностранный паспорт, который они все это время удерживали. Я полагаю, на незаконных основаниях. И регистрацию. Только что вот мне отдали. Помещение немного тесноватое, да. Потом нам еще завезли туда 2 бомжей. Матраса не хватило. Мы потом просили еще матрас выдать. Кстати, доблестные полицейские сказали этим бомжам распределиться по 2 комнатам, где мы находились, специально, чтобы подействовать нам на нервы. Но мы этого не допустили. Последние 2 дня сидел в ОВД Лефортово. Вот, нас там кормили. Я сейчас продемонстрирую. В первый день нам дали вот такие замечательные сухпайки. Это, собственно, на день на одного человека. Видим, что годен он до 14.08.16 года. Что было, мягко говоря, не вчера, не позавчера, а давно. Вот, смотрим, что находится в таком же, вот там запечатанный, как вы видели, вот в таком же открытом комплекте. Это питание на день на одного человека. Здесь вот такие 4 пакетика, галеты, все. Там еще где-то был чай, потерялся чай, 1 пакетик. Вот. Такую штуку нужно заваривать кипятком. Кипяток мы просили, нам дали за 2 дня 1 раз, 1 чайник. У нас стал болеть живот. Мы вызывали скорую, Андрея сегодня увезли на скорой. Вот, меня померили температуру. И это тоже замечательная история, потому что пришел товарищ полицейский, который пришел вместе со мной, прошел в скорую и активно давил на приехавший наряд скорой помощи. Вот, и говорил им, что я симулирую, что мне не нужно забирать. В итоге они померили мне температуру, дали мне угля, и он отбил меня и повели обратно в автозак. Вот, согласно протоколам, задержали меня на Пушкинской площади в 19.10, ну, реально примерно часа в 4, вот, а доставили в ОВД Лефортово в 18.00, то есть задержали на Пушкинской площади меня на час 10 позже, чем доставили. Мне сейчас меняются 2 статьи, 19.3, противодействие законным требованиям сотрудника полиции, 20.2, нарушение порядка проведения митингов и акций.